Добрый день всем, добрые зрители доброго канала. С вами Наталья. Помощь бездомным животным и приют «Твори добро». Первая новость, наверное, такая будет очень радостная и хорошая. Это Мишка. Мишку я вчера забрала из клиники. Мальчик бегает, прыгает. Только с вашей помощью и с вашими молитвами ребенок выжил и будет жить. Ну а теперь немножко обо всем, о бесчеловечности людей. Вчера мне написала женщина в WhatsApp, что выкинули 6 щенков. Я попросила свою помощницу Виту съездить вместе с детьми. Они сходили, забрали щеночков. До вечера придержала Виту у себя дома. Это малыши, которым недели 3, которых оторвали от мамы. Самое страшное, что их привезли на обочину трассы. Это, как потом мы уже выяснили, и их было 8. Выяснила это Вита у своих соседей. Походила, поспрашивала по деревне. И с своим парнем Максимом они поехали в то место, куда именно привезли щенят. И, к сожалению, увы, обнаружили 2 трупика щенков. Ну, которых, по всей видимости, наверное, сбили машины. А этих уже оставшихся 6, как мы потом выяснили, один из водителей «Газели» маршрутного такси привез, спас и положил просто на остановку. За что, конечно, большое спасибо. Так бы ребят перекатали всех бы. В общем, у меня сейчас малышни 14 штук. Это считая вместе с моими, которых 3 дома. Но еще у нас одна неприятность. Якутенок Оскар. Это последняя партия вывезенных якутят, которые были дикие, которых не могли вывести 2 недели из будки. Они не выходили. Это брат и сестра Ося. Оскар. Я позавчера зашла в домик и поняла, что Оскар у нас, ну, не веселый. Я уколола его от клеща неозидином. Изначально, когда я привозила якутят, я сразу понимала, что у них там навряд ли есть эти исковидные клещи. У нас их тьма, и это была новая кровь. Я понимала, что ребята начнут перебаливать, но кроме клеща я поняла, что когда я начала колоть Оскара, я увидала у него гематому сильнейшую лапки. В области мошонки у него все опухло, отек. Конечно, я очень испугалась. Я сделала ему антибиотик. И вчера мы отвезли Оскара в клинику. Отек у него, скорее всего, произошел от удара о новый забор, о перекладины, потому что носятся они как сумасшедшие, играют они как сумасшедшие с собаками, с моими. У них у всех прекрасные отношения, потому что собачки мои все воспитываются в любви. И, видимо, на прогулке он просто где-то не подрасчитал и ударился со всей дури о перекладину. У нас забор, уже половина забора обшита листами. И, открывая домик, я очень боялась, что они сейчас ударятся все головами об эти листы, поэтому стояли вдоль забора, их отгоняли. Теперь надо время привыкнуть ребятам к новому забору. А у Оскара после обеда позвонил доктор, что у него трещина в лапе, но как бы это все срастаемо. Трещинка там небольшая, на этом фоне развился отек, и воспалились у него яички, но это все снимается антибиотиком. Единственная проблема у Оскара – понижен очень сильно гемоглобин. Но вот гемоглобин, это сказали именно, скорее всего, питание. Они же там 2 недели не ели. Определенный нужно будет рацион. Забор крови делается ежедневно, чтобы поднять мальчику гемоглобин. Отсюда такая вот, может быть, вялость у него. Но лечение опять нам обходится достаточно дорого. За первые сутки я оплатила 7460. Но это рентген, прием, уколы, капельницы. В общем, Оскар у нас сейчас в клинике. Плюс у нас щенопад. И, как всегда, мои уважаемые, дорогие, моя большая семья, конечно,
Я понимаю, что все очень тяжело, все очень проблематично. Везде нужно платить. Но без вас вы понимаете, что мы не справимся. Оскара будут держать в клинике. И нам нужно, конечно, будет оплачивать клинику, капельницы. И, как всегда, я, конечно, рассчитываю только на вас, на вашу помощь, на вас, на вашу поддержку. Я очень вам всем искренне благодарна. Спасибо, что откликнулись. По поводу питания, сегодня нам привезены наборы. Спасибо вам огромное всем. Я, как всегда, говорю вам, что я безгранично вам благодарна за то, что вы есть, за то, что вы со мной, за ваши теплые искренние комментарии, за вашу такую большую любовь к нам, к нашему приюту, к нашим деткам. Я тоже их люблю, каждого. Это мои дети, и спасибо вам огромное, что вы со мной. С уважением к вам, Наталья.